А нападающий трактора Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ и уже сыграл за Челомет в выездном матче регулярного чемпионата с Гранником из Челов, в котором челябинская команда потерпела поражение со счетом 1-5, а сам хоккеист не отметился результативными действиями. Виталий Кравцов провел на льду 16 минут и нанес 4 броска по воротам соперника. Этот сезон для Виталия выдался не самым успешным. Нападающий провел 11 матчей в КХЛ, набрав всего 3 очка. А в двух последних встречах за трактор Кравцов сыграл всего одну смену. Напомню, что в межсезонье 19-летний форвард заключил контракт с клубом Нью-Йорк Рейнджерс. Однако его дебют в НХЛ не состоялся. И после предсезонных матчей Кравцов был отправлен в американскую хоккейную лигу. После не самого удачного выступления за родной клуб Виталия Кравцова перевели в команду клубной системы «Челмет». Также напомню, что в нынешнем сезоне Виталия уже отправляли в фарм-клуб для набора игровой формы.